Время для размышлений. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры области и постановил взять под стражу на 2 месяца сотрудника МВД, которого подозревают во взяточничестве. Залог для его освобождения на время досудебного расследования – почти 500 000 гривен. Напомню, на минувшей неделе сотрудники СБУ задержали с поличным 3 милиционеров, требовавших деньги у гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности. По словам оперативников службы безопасности, замначальника сектора угрозыска одного из райотделов и 2 сотрудников ППС вымогали у одного из запорожцев 12 000 гривен. Подозреваемым грозит от 5 до 10 лет за решеткой.